Боб, помоги мне. Боб, сукин ты сын, хватит слушать музыку. Обернись сюда. От меня не убежишь и не спрячешься, Гленни. Оставь меня и мою семью в покое. Зачем ты хочешь нас всех убить? Эй, вы меня напугали. Что вы делаете? Играете в догонялки, что ли? Идиот, Фредди хочет нас всех убить. Он уже убил Грэндпа и Бака. Эй, ушлепки! Что у вас там происходит? Здравствуй, Джозеф. Узнал мой голос? Назрат? Неужели ты явился, чтобы спасти меня? Не совсем. Я явился для того, чтобы отправить тебя в твою вселенную. Что ж, я не буду задавать тебе лишних вопросов. По крайней мере, в моей вселенной фабрика принадлежит мне. Я готов. Единственный вариант проверить, в какой вселенной я нахожусь, это съездить на фабрику.